Итак, что ж, уже прошел целый месяц с тех пор, как мы в последний раз смотрели на официальный Minecraft Reddit, и сегодня мы возвращаемся и смотрим на лучшие посты за последний месяц. Посмотрим, что же постит сообщество Майнкрафта, посмотрим на постройки, на датапаки, на баги, на арты и так далее, чего здесь только нету. Я обожаю, ребята, смотреть на Reddit, вам тоже нравится, поэтому что ж, я надеюсь, вы поддержите вашим лойсом этот видос, и мы сможем набрать 4002 лайка. Почему бы и нет? Поэтому перед началом рандомный комментос у нас залетает тот NeoPlay, который пишет: «Если я попаду в видос, всем привет. Ребята, вы слышали? Нео передает вам привитос». Ну что ж, мы начинаем. Итак, поехали. Самый топовый и самый первый пост на сегодня — это у нас Minecraft плюс Lego равно любовь. Ну, на самом деле для нас это не новость. Мы на нашем канале уже смотрели на такие ресурс-паки, на такие текстур-паки даже несколько раз. Я не знаю, смотрели ли мы именно на этот, но он очень похож на все остальные, которые мы видели. И, блин, 90 тысяч апвоутов. Людям офигеть как понравилось. И знаете, в чем прикол? То, что его запостили всего лишь 5 дней назад. То есть за 5 дней чувак успел набрать столько апвоутов, что стал самым топовым постом за последний месяц. Реально людям нравится вот этот концепт с Лего и Майнкрафтом. Но в принципе, как я и сказал, мы такое уже видели, и здесь даже написано coming soon, то есть этот ресурс пак даже еще не вышел. Возможно, мы на него посмотрим. Ну да ладно, идем дальше. Впереди у нас длинный видос, который будет длиться, как обычно, очень долго, поэтому усаживайтесь поудобнее. Что у нас здесь? Hole filler mod, smart hole filler. Что такое hole filler? Это заполнятель дыр, или можно как-то так это перевести? Давайте посмотрим, что у нас по музыке. Окей, копирайт, понятно, не включаем музон. Что это за такая дичь? Окей, то есть с помощью этого непонятного коричневого шара вы сможете заполнять все дыры, все отверстия, пещеры и так далее. Блин, это работает довольно-таки круто. Каким образом этот шар знает, где остановиться? Йоу, слушайте, а выглядит довольно-таки прикольно. Я бы сделал обзор на этот мод, но я так понимаю, он слишком маленький. Блин, он идеально работает, друзья. Каким образом он рассчитывает, где ему останавливаться? Вот здесь понятно, потому что здесь ровно поверхность остается. Но вот, например, вот в таком месте, как он знает, что здесь нужно... Ребят, нифига себе. Как я и сказал, я бы сделал обзор на такой мод, но он слишком маленький, я так понимаю. Возможно, мы, если будем делать обзор на несколько модов, я сделаю на него обзор, но выглядит... Выглядит прикольно, посмотрите, он реально знает, где что ставить. Coming soon, опять же, еще не вышел очередная вещь, которая coming soon. Окей, что ж, опять же, за 4 дня чувак набрал столько апвоутов, куча наград, около 1000 наград, друзья, офигеть. Если вы не знаете, то на Reddit за награды, типа, плачешь реальные деньги. Там, ну, минимум, конечно, минимальные деньги, но все равно это люди, которые оставляют награды за деньги. Идем дальше. Был найден оригинальный сид с херобрином. Чего? Как это работает? Работает. Original Herobrine Seed Found. Я так понимал, был типа найден сид, где был сделан скриншот, типа с этим херобрином. На, вот вы можете видеть, альфа-версия, очень маленькими буквами написано. Ну и, ну да, вот, дисклеймер. Здесь написано то, что херобрина вы здесь не увидите. Даже не пытайтесь его найти, потому что, ну, как бы его не существует. Или же все-таки он существует, друзья? Напишите в комментариях, вы верите, что херобрин существует или нет. Но, короче, нашли тот самый сид. Что я могу сказать? Молодцы, люди в сообществе Майнкрафта находят все возможные сиды тупо по скриншотам. Я не знаю, как они это делают, но да ладно, идем дальше. Йоу-йоу-йоу, что у нас здесь? Real Life Redstone. Ага, короче, какой-то Redstone в реальной жизни с какой-то модулярной системой, а? Как это работает? Погодите, давайте посмотрим. А, то есть это такой редстоун, блок с редстоуном. А я понял, что за модулярная система. То есть можно разные вещи туда вставлять. То есть можно вообще его перевернуть. Можно снова вставить рычаг. Можно вставить редстоуновый факел. Оу. Йоу. Откуда такая креативность у людей? Откуда они доберут? Откуда они берут такие идеи? Погодите, он что, может поставить блок на блок? Погодите, каким образом он активирует редстоун редстоуном? То есть их можно коннектить друг к другу, присоединять, и в итоге... Ребят, вы понимаете, почему я обожаю смотреть Reddit? Откуда берутся такие люди? За такое, ребята, не грех поставить апвоут вверх. Ну, или же лайк, как мы любим его называть. Погнали дальше, друзья. Не давай другим людям заставлять тебя чувствовать стыд за то, что тебе что-то нравится. Более-менее перевел как-то так. Давайте посмотрим. Elementary School, это у нас начальная школа. Майнкрафт, потом средняя школа. Ты играешь в Майнкрафт? Что ты, аутист? Воу-воу-воу, пацан. Вот таких вот пацанов мы не любим, черных, серых, которые такие вещи говорят. Что? Почему я буду в это играть?
И потом старшая школа Майнкрафт. Майнкрафт! Блин, на самом деле очень хороший комикс, потому что это правда, друзья, если вам что-то нравится, и пусть оно вам нравится, если вы это любите, так любите его и не подстраивайтесь ни под кого, неважно кто что там думает, особенно про Майнкрафт, друзья, Майнкрафт это игра для всех, и все обожают Майнкрафт. Я не видел хейтеров Майнкрафта, даже если люди не играют в Майнкрафт, они все равно его уважают, друзья, поэтому, йоу, что я могу сказать? Воу, что так громко, почему, что здесь происходит? Давайте посмотрим. Концепт, который я сделал для современной, улучшенной Майнкрафт главной менюхи, используя официальный YouTube Mojang. Воу. Йоу, окей, хорошо. Выглядит пока что очень круто. Загрузка. Ребят. Ну-ка, что сейчас будет? Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Офигеть, вы это видели? Блин, на самом деле... Погодите, а как Майнкрафт запускается на Xbox? Вообще не так, да, как и обычная Java-версия, просто запускается. Блин, почему Mojang не сделают вот такую, вот такой вот запуск? Хотя бы на консолях, мне кажется, на консолях это будет легче сделать. Почему здесь еще 2 минуты? А, я так понимаю... Окей, это просто главное меню. Йоу, на самом деле реально современный молодежный. Друзья, вы посмотрите, как у нас появляются буквы Mojang. Это же офигенно, мне нравится, как они постепенно так появляются из разных форм непонятных. Блин, йоу, люди, откуда вы берете такую креативность? Опять же, 70 тысяч апвотов, посмотрите, 1000 наград. Офигеть, неплохо. Ну это лайк, опять же лайк. На самом деле, да всему я бы лайк тут поставил, просто я иногда забываю. Погодите, это же Северная Америка, это США и Канада. Что здесь написано? Я воссоздал карту мира, которая 4000 блоков в ширину и имеет в себе 60 миллионов блоков. Алло, хеллоу, каким образом? Ну, я так понимаю, автор использовал тот самый софт или тот самый сайт. Помните, мы его видели в последний раз, когда смотрели на Reddit. Это специальный сайт, где можно рисовать ландшафт, и это все автоматически генерируется. Но чтобы сделать его именно таким точным, нужно реально постараться. И 60 миллионов блоков, это не шутка, друзья. Фух, неплохо, только это только Северная Америка или это весь мир? Вроде бы здесь один скриншот, поэтому... Окей, ладно, чувак, лайк получаешь, мы идем дальше. Стоп, пауза, что у нас здесь? Еще одна плавная дверь, которую я сделал. Примерно 1200 командных блоков в ванильном Майнкрафте. Воу, ну-ка, давайте посмотрим. Что за плавная дверь такая? Так, окей, видим что-то типа двери. Есть кнопка, у которой есть частица, он получает снежок какой-то, что там написано, я не вижу. Хорошо. Так, оу. Йоу. Хо-хо-хо, это офигенно. Это реально плавно, друзья, это реально плавно выглядит. Офигеть, это даже на Майнкрафт не похоже, это... 1200 командных блоков. Это не шутка, друзья, вы посмотрите на это. Это реально сделано настолько плавно, что аж даже не верится, что это Майнкрафт. И дверь сдвигается в стену. Аккуратно. И теперь что-то еще выдвигается. Что, она закроется за ним? Она реально закрывается за ним и выезжает снизу. Вау. Ох, как громко-то, но... Фух, люди, откуда вы такие беретесь? Вы понимаете, да, почему я обожаю смотреть Reddit? Потому что такого мы еще нигде больше не увидим. Я даже не знаю, что сказать, друзья, это шикарно. Я бы хотел себе реально этот мир, чтобы протестировать самому и увидеть, насколько это плавно работает. 1200 командных блоков. Окей, идем дальше. Что у нас здесь? Целый год был заперт дома и как архитектурный студент. А, то есть чувак студент архитектуры, и он целый год был дома, ну из-за карантина, я так понимаю. Фух, нифига себе. Это, ребята, настоящий средневековый город. Хотя я даже не понимаю, что это за стиль архитектуры. Какой-то восточный, но это выглядит реально... это выглядит реально шикарно. Побольше бы скриншотов. Почему только один скриншот? Я хотел бы посмотреть и вблизи, и из другого ракурса, но мы можем видеть горы тоже офигенно сделаны. И, блин, неплохо. Вот архитектурные студенты, вот что они творят в Майнкрафте, пока заперты дома. Окей, следующий пост — автоматизированная ферма с помощью труб. Ну-ка, что здесь, как она будет собирать все это пшено и так далее? Что происходит? Слушайте, реально какие-то трубы, погодите. Это трубы с водой и с люками. И это реально работает, погодите. Погодите, слушайте, это выглядит офигенно, это сделано в ванильном Майнкрафте. Вы видите настоящие трубы, которые чувак сделал с помощью люков и воды. Люков и воды, вы серьезно?
И с помощью этого все ресурсы, которые добываются, перемещаются по трубе и попадают в те самые воронки. Офигеть, я такого давненько не видел в обычном ванильном Майнкрафте. Я сначала подумал, что это какой-то мод, знаете, мод, который собирает всякие вещи, какие-то трубы, но это обычный Майнкрафт. Оу май гад. Слушайте, а можно реально поместить воду в люки, и все будет работать, да? По идее, да, друзья, реально работает. Окей, идем дальше. А здесь-то что происходит? Это картинка деталей снапшота, который... Самого последнего снапшота новой генерации. Новых фич генерации. Какие новые фичи? Погодите. Это старый Майнкрафт, просто генерация подземного мира. А это новый Майнкрафт. Вы хотите мне сказать, что он в два раза будет... Два раза глубже... И здесь есть какие-то целые пузыри с водой, какие-то новые ша... Ох ты, черт возьми, я даже такого не знал. Это снапшот 21W06, то есть это в версии 1.17 мы будем иметь целый настоящий подземный мир в два раза глубже и в два раза больше всяких вещей мы сможем встретить на пути. Блин, ну-ка одну секунду. Так, я сделал картинку побольше, давайте немножко присмотримся. Раньше можно было строить максимум на 256 блоков вверх, теперь 320, увеличили высоту. Я это знал, но я не знал то, что увеличили глубину мира также. Теперь у нас есть какие-то аквифайр, какие-то пузыри с водой внутри. Тут у нас как раз-таки те самые новые пещеры из последних снапшотов. Здесь у нас написано to do, я так понимаю, это еще не добавлено. To do, все это означает, что это еще сделают, типа руда... На уровне меньше нулевого. Ах да, потому что теперь вы можете видеть минимум минус 64 высота. То есть высота будет доходить не до нуля, а до минус 64. Вот оно как. Также у нас все еще не сгенерировалась подземная лава. Я так понимаю, потому что снапшот еще не официальная версия. Поэтому underground биомы, то есть подземные биомы еще тоже не сгенерировались и бла-бла-бла. Блин, ребят, слушайте, какой полезный скриншот на самом деле. Я много чего узнал теперь про версию 1.17. Потому что вы знаете то, что я обычно жду, когда выйдет официальная версия, чтобы уже в нее играть и потихоньку узнавать про нее. Я не очень люблю чекать снапшоты, поэтому для меня это очень полезный скриншот. Блин, спасибо Реддиту, поехали дальше. Окей, следующий пост. It's nanotech. You like it? Давайте посмотрим. О, музяка, потише. Что здесь происходит? Голова. Это тот же самый создатель, который сделал ту самую... Погодите, что? Это музыка из Marvel. Это точно копирайт, но погодите. Это не тот ли самый пацан, который сделал... Ох ты, черт возьми. Мне кажется, это тот самый парень, который сделал ту самую статую... статую этого самого мыслителя. Помните, который мы видели в предыдущем выпуске по официальному Reddit'у? Йоу, как он это делает? Как он это делает? Посмотрите, насколько круто это выглядит. Офигеть. Ой, май гад, друзья. Что я могу сказать? Почему? Почему так мало наград? Почему всего лишь около 200 наград за такую крутую постройку? Офигеть, парень, гигантский тебе лайк за это. Это реально круто выглядит. Настоящий железный человек. Найс. Ладно, идем дальше. Здесь у нас перевернутая пирамида, портал в край, который я построил на моем сервере. Окей, это красиво выглядит. А почему такое большое это место нужно было для портала в край? Ну, выглядит очень красиво сверху. Это-то да, конечно же. Но, блин, реально массивная постройка, инвертированная пирамида. Неплохо, что могу сказать. Я так понимаю, вот это портал, да, он в самом низу. Окей, хорошо, я поставлю, почему бы и нет? Это прикольно выглядит, поэтому идем дальше. Что у нас здесь? Это у нас житель, болотный житель. Что бы ты хотел делать в своей жизни? Грибы. Ребят, кто понял отсылку? Какие грибы? Почему жителю нравятся грибы? Почему болотный житель? Что здесь происходит? Но арт сам по себе прикольный. Это пиксель-арт, если обратить внимание, присмотритесь, то это реально сделано с помощью пикселей. И, блин, это выглядит очень прикольно. Мне нравится. Не, арт красивый. Хотя прикола, я не понял, почему шрумс, почему грибы. Окей, идем дальше. Что это здесь? Мой Майнкрафт Хогвартс на данный момент, пока что, то есть чувак его еще строит. Ах ты, нифига себе, то есть все вот это будут какие-то, это же по идее должны быть горы, да? Вроде бы Хогвартс стоит на горах, или я что-то опять ошибаюсь, короче,
Я понимаю, это именно так работает. Посмотрите на вот эту лестницу, которая идет вдоль какой-то, я так понимаю, должна быть гора, какой-то холм, да? Или же нет, я не знаю, но нет, само здание выглядит довольно-таки прикольно, чувак, я не знаю, могу тебе пожелать только удачи в твоей постройке, надеюсь, ты ее закончишь и запостишь на этот Reddit, друзья. Опять же, повторюсь, я вам часто об этом говорю, почти что во всех выпусках, ребята, если вы тоже что-то строите, либо что-то делаете, либо вы нашли какой-то смешной баг, либо, не знаю, хоть что, просто постите это на официальный Reddit, пишите название на английском, и, возможно, вас увидит весь мир, и вы наберете 54 пальца вверх, как вот эта Годзилла. Ну, блин, Годзилла на самом деле прикольная, реально. Что интересно здесь за блоки, друзья, которые светятся, потому что выглядит очень красиво. Не, Годзилла шикарная, конечно, что могу сказать, Годзилла тащит, Годзилла красивый парень, посмотрите какой. Ладно, что у нас тут-то теперь происходит? Таймлапс в суперскорости какого-то Dwarven City. Город гномов, я так понимаю, дварф это гном, если я не ошибаюсь. Гном или карлик, что-то такое. Проект, который я сделал, 60 плюс часов строения. 4 минуты таймлапс, я не думаю, что мы полностью будем смотреть. Музыка, копирайт. Ну давайте быстренько посмотрим, что здесь происходит. Слушайте, а таймлапс-то реально супер быстрый. И он длится 4 минуты, то есть это реально полные 60 часов постройки. Офигеть, погодите, это случайно не из-за Властелина колец? Возможно, да. Опять же, ландшафт офигенный. И посмотрите, все сделано вручную, друзья. О май гад, ладно, давайте немножко промотаем вперед. Здесь у нас какая-то фиолетовая башня, которая нет, не фиолетовая. Я все-таки думаю, он использует какие-то специальные эти World Edit или еще что-то, но все равно, даже если да, ну понятное дело, что он что-то использует, но все равно, блин, это же очень много времени, 60 часов беспрерывной работы. Офигеть, что у нас дальше? Давайте прямо там еще вперед. Ну же, удиви меня. Какую-то статую построил, лестницы, ступеньки, горы. Вот это уже другое дело. Вот так вот я себе представлял Хогвартс. Это вот он должен стоять типа на такой горе. Ну, скриншот, который мы только что видели. Блин, офигеть, целые врата. Ай-яй-яй-яй-яй. Шо ж ты творишь-то, человек-то мой? Ребята, это очень круто выглядит. Давайте еще вперед перемотаем. О, это финальная постройка, я так понимаю. Финальный пролет по всей постройке. И я так понимаю, даже не использование никакой ресурс пак, просто шейдеры. Выглядит шикарно. Выглядит просто вау, друзья. Что я могу сказать? Настоящий вау. Просто круто, ребят. Опять же, я не знаю, откуда это. Это из Властелина колец или, возможно... Возможно, да, возможно, нет. Если вы знаете, напишите в комментосах, потому что я без понятия, но... Это реально выглядит очень круто. Мне нравится то, что он использовал мод на полеты, вот такие для того, чтобы делать синематики, вот такие вот пролеты, очень плавные, очень красивые. Это зачетный лайк, зачетный плюс. Не-не-не-не-не, чувак, я поставлю тебе гигантский лайк, потому что ты заслужил 60 часов работы, это реально круто. Что ж, я сделал Windows 10 обои в Майнкрафте. Стоп, погодите, то есть, что он имеет в виду, что он это построил в Майнкрафте и как-то так сделал скриншот и потом отредактировал, или как? Или как это работает? Погодите. Он сделал это в Майнкрафте. И использовал какие-то моды, какие-то шейдеры, сделал скриншот. Или же он сделал скриншот. Я немного запутался, но выглядит прикольно. Воу, вы видели, почему мне запрыгало? Окей. Запрыгала награда, ну ладно, я поставлю лайк. Хорошо, это выглядит красиво. Что у нас здесь? Флаги, просто флаги. Окей, окей, мы поняли. Вот она Россия, что мы видим еще? Норвегия. Найс. Дания. А это у нас, погодите, нет. Я запутался, погодите. Погодите, это Дания, а это Англия. Дания, Англия. Я прав? Окей, возможно. Возможно, я сейчас что-то не то сказал, но ладно, пусть будет. Идем дальше, что у нас здесь? Я сделал так, чтобы окунь выглядел как Magikarp. Magikarp, если вы не знаете, это покемон. Да, тот самый покемон. Ну и, окей. Да, неплохо, чувак. Я не очень шарю в покемонах, но что могу сказать? Nice. Итак, следующий пост. Я сделал это для кого-то, кто мне очень важен. Для какого-то важного человека. Что же здесь будет происходить? Мы зону не доверяем, друзья. Что у нас здесь? Паркур. О, куда-то улетел вниз, какую-то дрянь, попал в ад. Что у нас здесь написано? You're cute, ты милый. Окей, теперь он снова прыгнул. Пролетел через лаву, попадает опять в какой-то туннель. Дальше он летит с помощью кровати. Паркур. Окей, молодец, пацан, видно неплохо в паркуре. And I really like you. Я тебе реально... Ты мне реально нравишься. Окей, хорошо. Теперь он продолжает падать, он попадает в край, теперь он попадает куда-то еще ниже, продолжает паркурить, ломаются стены. Блин, это выглядит очень экшоново, очень прикольно. Хм, как он это сделал, интересно? Могу ли я... Так, он снова попал домой. Ну вы поняли, да?
put my Minecraft bed next to you, да, типа поставить мою кровать рядом с твоей кроватью в Майнкрафте. Да, друзья, ну вот как в наши дни мы выражаем чувства своим любимым людям. Могу ли я поставить Майнкрафт кровать рядом с твоей? Окей. Хорошо, не, прикольный видос. Мне нравится, что он совместил с паркуром. Если это девчонка... Не, погодите, вроде бы Джиджи Гри, возможно, это все-таки... Возможно, это все-таки девчонка, это сделала для кого-то. Неважно, друзья, типа, если вам кто-то нравится... Типа, посмотри на мой скилл паркура, как я тебе не нравлюсь, у меня такой скилл паркура, как-то так, поэтому окей, ладно. Идем дальше, что у нас здесь? Моя маленькая подземная survival хоббит база. А? Моя, не база, а кейв, это пещера. А вот это, да, реально в стиле хоббитов, это реально из того самого фильма, я помню, почему там турецкий флаг, я не думаю, что турецкий флаг висит у хоббитов, но, не, выглядит очень прикольно, очень уютно на самом деле. Все довольно-таки круто расставлено, здесь целый это музей из различных предметов, а здесь у нас что? Какая-то вагонетка туда-сюда катается с сундуком, блин, 3 минуты на самом деле, он показывает, я так понимаю, как работает полностью весь его дом. Интересно, что с музыкой? Окей, просто звук. Тут у нас псы стоят, всякие животные, тут у нас сундуки. Ребят, что за язык? Погодите, вы видели? Вы видели? Что это за язык? Память не скажет? Что это за язык? Сандик? Сандик и Энвантер. Э? Кто знает, что это за язык? Ладно, давайте посмотрим немножко впереди. Что у нас тут? Какие-то коровы, что это какая-то ферма? О, опасная ферма, да-да-да-да-да. Живодерская ферма просто бесконечно убивает коров и овец. Что ж ты делаешь? А, здесь он их просто стрижет. Не, на самом деле прикольно, все автоматизировано. Блин, нажал на кнопку, подстриг овец, офигенно. Так, тут у нас курицы, фармят яйца, фармят перья. Тут у нас какая-то опять секретная дверь. Заходим сюда, пшено растет. Ага, нажал на кнопку, все с помощью воды собрал. Замечательно, молодец. Блин, прикольно, мне нравится. Опять же, очень креативно, очень-очень прикольно. Мне бы такую базу построить когда-нибудь в своей жизни, но... я не думаю, ребята, что когда-то дойдет до этого время. Да, друзья, Канеус не строитель, к сожалению, не умею делать такие вещи. Нет, это конечно, лайк. Молодец, пацан, молодец. Продолжай в том же духе, что у нас здесь. Not a good spot to be. Не очень хорошее место для того, чтобы здесь находиться. Хардкорный мир. О, нет. Так. Промазал. О май гад, 2 гаста. Как же я ненавижу этих коробок квадратных. Погоди, он не может по ним попасть. Окей. Так. У него было зелье огнестойкости. Молодец, парень. Давай, у тебя же есть лук. Зачем ты в них пытался? У тебя же был лук, пацан. Надо было сразу их убить. Он выживет, как вы думаете? Он должен выжить, да? Все хорошо. Все спокойно. Найс, молодец, выжил в хардкорном мире, блин, на самом деле, я всегда забываю, насколько хардкорный хардкор, друзья, потому что, ну блин, ну как бы умер и все, а тут чувака, посмотрите, у него реальный прогресс, у него, если не ошибаюсь, назаритовые зачарованные вещи, то есть чувак уже реально проделал целый прогресс в игре, если он умер, то это все, если ты случайно упал, то это все. Я недавно случайно упал на спидране, и просто очень случайно. И это был спидран, я играл 40 минут, поэтому, блин, окей. Молодец, что выжил, молодец, что было зелье. Что думает Reddit о моих океанских вратах, в моей пустынной базе? Что думает Reddit, друзья? Что думают мои подписчики? Мне кажется, это выглядит довольно-таки прикольно. Это очень круто, круто улучшает вид самой пустыни. И добавляет настоящего шарма, друзья. Очень круто. Не, на самом деле, найс, молодец, лайк, идем дальше. Что у нас здесь? Мой друг думал, что именно так выращивают деревья в Майнкрафте. О, нет, он распахал землю. Ну, окей, это такая милая, это не то, что фейл, не то, что ошибка, это такая милая ошибка начального игрока в Майнкрафт. Это довольно-таки забавно выглядит на самом деле, он раскопал землю, поставил рядом воду. Ну, окей, что я могу сказать? Найс, молодец, твой друг, надеюсь, ты его научишь, как правильно садить деревья. Идем дальше, что у нас здесь? Sand Cannon, это у нас песчаная пушка. Как это работает? О май гад, что здесь происходит? Погодите, весь песок падает на паутину. Стакается. О нет, он сейчас активирует. What? Как он это сделал? Погодите, это выглядело очень просто. Почему я о таком не знал?
Это реально пушка. Ты можешь запустить все блоки, которые застакались друг на друге. Погодите, а что там было внизу? Тут паутина и тупо вода, и все? Или же под водой там еще какой-то факел стоит? Или как это работает? Нет, потому что нет. Если бы факел стоял, песок бы распадался сразу на блоки, которые можно подобрать. Интересная тема с паутиной. Я про такое не знал, друзья. Я поставлю лайк. Это прикольно. Когда-нибудь, возможно, вот такое попробуем, потестим. Погнали дальше. Что у нас здесь? Почему Блейз должен был стрелять прямо в это самое место? Ох, как я уже понимаю эту фразу. Да, нас недавно убивали Блейза на спидранах. Я просто не мог, они у меня убивают, они не стреляют, я падаю, я умираю. Хотя бы я не потерял мой шулькер. Так, давайте посмотрим, что здесь происходит. Вроде бы строит проход из стекла. Выглядит, кстати, прикольно использовать вот это вот темное стекло. Так, здесь он поставил шулькер. В шулькере всякие вещи. Он что надел? Элитру? Что это было? Какое-то плохое качество видоса. Можно получше качество, пожалуйста? Так, он забрал свой шулькер. Он забрал... О май гад. Погодите, я даже не видел Блейза. Так в каком момент он выстрелил? Блин, как это обидно-то. Где... В каком момент... Он уверен, что это от Блейза? Да-да-да, это от Блейза. Видите, тут крепость стоит прямо рядом с ним. Блин, как же это обидно, когда вещи сгорают в огне. Причем вот так вот случайно. Ну да ладно, зато, как он и сказал, зато он не потерял свой шулькер. Хотя бы шулькер не потерял. Ладно, чувак, крепись, держись, все будет хорошо. Сделал это для моей девушки. Заняло около 10 часов работы. Давайте посмотрим. Что, с музяка? Блин, опять же, не знаю, копирайт или нет. Ну, чертов YouTube. Ну вот как мне теперь знать, как мне теперь слушать музыку на видосах? Но, я так понимаю, все видео сделано... I love you. I love the... Way, я люблю. The way you look. Я люблю, как ты выглядишь. Way? От you think. О, я запутался уже. Короче, ребята, тут все весь. А, да, это, короче, это слова песни. Блин, к сожалению, не могу врубить, потому что я не знаю, копирайт или нет. Потом кинут демонетизацию, уничтожат канал, забанят. Не могу рисковать, друзья, к сожалению, но. Выглядит круто, не, если ты сделал это для своей девушки, целый, возможно, это ее любимая песня, представьте себе, если у вас есть девушка, у нее есть любимая песня, и вы с ее любимой песней сделали вот настоящие такие, я даже не знаю, как это назвать, не американские горки, а просто, я даже не знаю, вот такую трассу из вагонетки и сулов и всяких цветов переливающихся, хотя этот белый режет глаза, прям слишком все белое становится, ну, что могу сказать, молодец, парень. Молодец, парень, надеюсь, ты получишь тоже что-нибудь обратно в подарок от твоей девушки. Что мы видим здесь? Мой друг сделал дерево, пчелиное дерево, и я решил его нарисовать. Надеюсь, вам понравилось. Мы видим то, что вот, я так понимаю, друг сделал пчелиное дерево, то есть дерево из меда, из ульев. И тут чувак, друг его, решил это перерисовать. И, блин, на самом деле рисунок довольно-таки крутой. Предпочитаю рисунок, чем вот этот вот это дерево. Оно такое слишком простенькое, но сам рисунок офигенный. Мне очень нравится. Реально, реально медовое дерево. Найс, лайк. Обожаю Reddit. Идем дальше. Что у нас здесь? Я поймал солнце. Окей. Чувак просто построил какую-то клетку и ровно сделал скриншот, когда солнце ровно там. Ну, молодец, что могу тебе сказать. Это лайк, это плюс, это класс. Поставил лайкос, идем дальше. Что это за буква Т? Мой 8-летний сын сделал Teen Titan. Что такое Teen Titan? И он хотел это кому-то показать. Блин, это очень прикольно, то, что батя, папа решил запостить скриншот своего сына 8-летнего на Reddit. Это просто офигенно, побольше бы таких отцов, на самом деле, офигенно. Только я не знаю, что такое Teen Titan. Это что, какой-то фильм, сериал, аниме, мультик, я не знаю. Teen Titan. Что такое Teen Titan? Кто-то знает? Напишите в комментариях, но я поставлю лайк. Просто за батю. Батя крутой. А, что у нас здесь? Идеальный переход между земляным блоком и камнем. Так, замшелый камень. Блин, на самом деле реально идеальный переход. Прикольно выглядит. Окей, это зачет. Просто обычный скриншот, но на самом деле очень наглядно видно, как текстуры переливаются в другие. И каким образом вообще мир Майнкрафта смешивает все свои цвета. И вот вам ответ. Поэтому идем дальше, что у нас здесь? Просто об этом подумал, выглядит довольно-таки круто. Что это?
О, это дистанция, на которую идет редстоун сигнал. Видите, он как бы переливается и доходит ровно. Какая длина сигнала? Я все время забываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 14, 15. Ровно 15, да? То есть каждый раз, когда сигнал проходит по одной стороне, он ровно доходит до противоположной стороны, и как раз-таки потихоньку свет каждый раз спадает с редстоуна, да? Я прав? Я прав или не прав? Окей. Это круто, это на самом деле круто. Очень просто, чувак просто сделал такую штуку, но выглядит очень зачетно. Найс, 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 что могу сказать, идем дальше. Трансформация города края до и после. Ё-моё, это что, дракон какой-то? Погодите, это реально дракон, какие-то рога торчат, куда хвост. А что у него здесь? Погодите, я вижу это как бы или морда этого дракона, но вот это вот что такое, непонятно. Он что, съел какой-то корабль? Я не понял, но выглядит... Не, найс, найс, что могу сказать. Это круто, идем дальше. Терракота и лампы. Блин, знаете что, вот мне больше всего нравится вот это правое. Вот здесь как будто бы вот, как будто бы лампы должны находиться только на синих. А вот здесь эти лампы как-то немножко лишние, а вот здесь глоустоун и золотой блок идеально подходят вот между вот этими рисунками. Они идеально, идеально встают на место. Это офигенно, это выглядит довольно-таки круто. Всего лишь нужно взять терракоту, поставить пару блоков, и уже 41 тысяча лайков, и выглядит реально здорово. Что у нас здесь? Небольшой арт. Все в своем первом дне в Майнкрафте, да? Именно так, сидишь под землей в отверстии в два блока, и над тобой ходят всякие черти. Ну, это довольно-таки милый арт. Что у нас здесь? Я сделал мини-игру с новыми Drip Leaf Mechanics. Drip Spliff. Что такое Drip Spliff? Опять же, что-то из последнего снапшота, о чем я не очень хорошо, наверное, знаю. То есть, если попадаешь стрелой вот в эти вот непонятные листья, это листва какая-то. Ну-ка, давайте посмотрим. Почему качество? Качество, хлоу? Что с качеством? Ладно. То есть, если ты попал стрелой в эту листву, то ты через нее сможешь падать вниз, я так понимаю, да? Все правильно? Блин, выглядит фаново, друзья. Вот выглядит очень фаново. Я хочу в такое поиграть. Но опять же, не знаю, надеюсь, мне объясните, ребят, что это за такие листяные блоки, что какая у них механика. То есть ты в них попадаешь стрелой, и как бы листья раздвигаются, и ты падаешь через них, да? Вроде бы. Я так это понял. Окей. Хорошо, я поставлю Лоис. Мы идем дальше. Что у нас здесь? Я сделал кастомную мясо. Мясобиом. Выглядит реально как фотка, если издалека посмотреть. Блин, шейдеры в Майнкрафте. Вот реально, если издалека посмотреть, это выглядит как настоящая фотография. Но потом ты уже видишь, что это из блоков сделано, но... Окей. Похоже на какую-то Аризону. Знаете, в Америке вот эти вот типичные каньоны. Очень, очень прикольно выглядят. Найс. Что у нас здесь? Я сделал дрон, который оставляет посылки каждое утро. Окей. Типа это раздатчик, 4 ковра, 4 люка, 4 ковра и солнечная панель. Ну окей. 40 тысяч лайков просто вот влепили чуваку за это. Ладно, идем дальше. Почти закончил мой ресторан. Это что, какой-то осьминог, да? Это типа щупальца? Блин, чувак, знаешь что, вот единственное, это выглядит очень круто, но я как профессиональный строитель в Майнкрафте, конечно же нет, но я бы сделал щупальца чуть подлиннее, чтобы они вытягивались чуть-чуть подальше, таким образом моя постройка будет еще шикарнее, мне кажется. Не знаю, это мое мнение, но и так выглядит довольно-таки круто. Отличный ресторан, блин, пригласите меня туда. О, опять же торт, мы уже видели торт в предыдущем выпуске про Reddit. А я сделал Майнкрафт торт для моего 14-летнего дня рождения. Как у меня получилось? Погодите, это что, желе? Он сделал воду в виде желе. Офигеть, блин, я бы заточил такой тортик-то, друзья. Хотя я не фанат желе, но, блин, я не фанат шоколада. Наверное, я вот эту бы часть попробовал. Окей, ладно, хорошо, я поставлю лайк этому торту. Идем дальше. Что у нас здесь? Я знаю, это плохо, но я просто хотел показать мою базу в сурвайвале. Да не так уж и плохо, чувак. Такой, знаете, древний египетский какой-то стиль, знаете, выпиленный в горе. Не, это неплохо, чувак. Смотрите, опять же, вот о чем я говорил. Если вы запостите что-то ваше, вы можете в любой момент набрать 40 тысяч лайков. Чувак просто вот запостил
свою вот такую вот небольшую базу. И все, и сразу людям понравилось. Поэтому я говорю то, что сообщество Майнкрафт — это самое крутое сообщество. Настолько добрых людей, настолько позитивных и друг друга поддерживающих людей я давным-давно не видел. И сообщество Майнкрафта — это именно про это, друзья. Итак, я слышу, что вы ненавидите диорит. Ах, вот ты как, да? То есть сделал офигенную постройку с помощью этого блока, который все ненавидят. Кто любит андезит и диорит? Я просто не переношу эти блоки, я их ненавижу, но вот чувак все-таки нашел им применение, сделал целый, я даже не знаю, похож на какой-то собор. Знаете, что похоже на тупо структуру, скелет самого собора, который типа можно заполнить, но он его решил оставить именно прозрачным, это реально очень круто. Так, а здесь у нас очередной красивый арт, ёж, что здесь написано? Я всегда любил делать Майнкрафт арты, даже когда я не играю так много в последнее время. Блин, слушайте, какой Стив, только... я не знаю, я никогда Стива не представлял с бородой. Вот эта вот борода, мне кажется, хотя не так уж и плохо, но... Мне кажется, у Стива нет бороды. Мне кажется, все-таки, не знаю, как вы думаете, друзья. Но окей, здесь у нас есть свинья, потому что у Стива, ну если у пиксельного обычного Стива в Майнкрафте, у него есть вот типа такая, что-то вот здесь. Кто-то видит в этом улыбку, кто-то видит в этом бороду. У меня на моем скине Кейна, у меня тоже такая штука есть в виде типа улыбки, или же кто-то иногда представлял это в виде бороды, когда мне давным-давно рисовали арты, некоторые люди мне рисовали бороду. Я честно вижу в этом типа рот, просто рот, не бороду. Ну не знаю, тут уже фантазия у каждого проявляется по-разному, но это мое мнение. Можете мне писать комментос, как вы думаете, у Стива есть борода или нет. Например, вот это Стив без бороды. Что у нас здесь? И единственный способ забрать это обратно, это что это, да? Это не было, это не для тебя. Он кидает золото, Пиглин подбирает, чекает золото. А, типа он просто кинул. Погодите. Или он обронил случайно золото? Он случайно золото обронил, и его взял этот маленький черт. Окей, хорошо. И он типа такой на него смотрит, и мы можем видеть то, что это гнев у него проявляется, такой вот полупрозрачный. Ладно, ладно, прикольный арт, неплохо. Я понял, но не понял. Окей, что у нас здесь? Мистейк, ошибка. Арт сделан мной. А? Не понял, в чем ошибка? В чем ошибка? В чем ошибка? В чем ошибка? Это мотыга, это алмаз. The mistake. Ребят, кто-то понимает, в чем прикол? Мотыга. В чем может быть ошибка? Он хотел сделать топор, но сделал мотыгу. Он забыл положить один... А, походу он хотел сделать топор. Три алмаза, но положил только два, сделал мотыгу. И один вот тут должен быть, да? Я так это понимаю. Ха. Возможно, да, возможно, нет. Возможно, да, не знаю. Идем дальше, что у нас здесь? А, поставь это и не кидай это. Что это? Давайте посмотрим. Он сломал спавнер. Так, поставил глаза. Блин, это мне напоминает наш стрим, который был 2 дня назад, где мы... Мы спидранили Майнкрафт и дошли до Эндердракона. Там было 40 минут. Это почти был мой супер рекорд. Ну и меня убил сам дракон. Да. Так, что произошло? О, нет, он... О, май гад. Он случайно кинул глаз вместо того, чтобы поставить самый последний, и он у него сломался. И он просто увалился в лаву. Я бы то же самое сделал. Если бы со мной такое произошло, я бы просто прыгнул в лаву и все, до свидания. Блин, прикольная 3D-анимация. Вот это мне понравилось. Идем дальше. Что у нас здесь? Погодите. Это у нас музыка из меди и аметиста. Ну-ка, вы слышите? Ребят. До чего только люди не додумываются, друзья. Ну реально музяка, друзья, качает. Чем могу сказать? Это реально прикольно. Я даже не думаю, что можно такое сделать. Но да, слушайте, не, я уже вам говорил то, что я обожаю, как звучит аметист, как звучат блоки аметиста. Но вот кто-то додумался сделать целую музяку. Что у нас здесь? Я сделал карту порталов в аду на сервере с моими друзьями. Короче, он сделал для своего сервера целую карту, как попасть в разные порталы. Я так понимаю, вот это... Слушайте, погодите, а... Вот это, я понимаю, глаз Эндера, это что, портал в край? А это другой глаз Эндера? А, тут написано, вот, End, это вот это. Окей, это спаун. Ага, это у нас рейд, это у нас... А где портал в ад? Погодите, я не вижу. Портал... А? Окей, не понял. Не понял, ну да ладно. А, погодите, стоп, я понял.
Или не понял. Короче, окей, идем дальше. Друзья, еще пару постов. Сегодня у нас уже долго выпуск идет, но еще пару, ну еще парочку. Что у нас здесь? Прикольная бомба из песка. Так. Вау! Я когда начал песок падать, я понял, что он хочет сделать. Офигеть, то есть он взорвал песок в тот момент, когда он падал, и он разлетелся. Он идеально разлетелся. Посмотрите, он сформировал целую звезду вот такую красивую. Целый узор, что я могу сказать, это реально круто. Это реально офигенно. Так, еще один пост, что у нас здесь? Это у нас ступеньки, которые ведут прямо вниз к самому порталу. Йоу. Вот это уже другое дело. Вот такой портал мне больше нравится, чем тот, который мы видели в начале выпуска, где была инвертированная пирамида, которая, ну, просто занимала много места. Но вот это выглядит просто шикарно. Вот это просто офигенно, что я могу сказать. Блин, блин, какие люди. Ладно, ребят, я думаю, на сегодня все. Да, был длинный видос, и я думаю, то, что мы на сегодня насмотрелись. Обязательно, обязательно через ровно месяц мы возвращаемся на Minecraft Reddit и снова смотрим на лучшие посты за последний месяц. Я очень надеюсь, что вы поставите лойс вверх, если вам понравился этот видос. Ребят, напишите в комментарии кодовое слово, если вы досмотрели до конца, то вам гигантская уважуха, я увижу вас. Напишите в комментариях зеленый кролик. Просто зеленый кролик, друзья. Таким образом, я пойму, что вы досмотрели до конца, и вы элита. Ну, а тем временем, да, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментосы, жмякайте там всякие колокольцы, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был тот самый Клей. Всем пока.